Всем привет! Мы продолжаем играть в Fallout New Vegas со мной, с Street Winston. Итак, мы закончили на том, что поговорили с этим мужиком в баре, но я не успел сохраниться, поэтому... Или не в баре? А, со стариком, да. И... Вот, и, короче говоря, нам надо заново с ним. Hey, youngster. Still hanging about them, и, кстати, Well, I don't got any work right now, sorry to say. I'll tell you whatever I can. У меня в этой серии должно быть еще лучше слышно, чем в предыдущих. Мы просто должны поговорить с ним. Вот, город, который мне нравится. Мы начали новое задание. Нам пишут в скайпе. До свидания. Смотри, не попади под пулю. Мы бегаем с нашим 9-миллиметровым пистолетом. Это мужик. Я сдалека думал, это баба. Офигеть. Кстати, в этой серии я уже смог настроить так, чтобы вы вполне могли меня нормально слышать. Итак, разное. Ой, да, информация, задание. За теорией все стоит на ульту. Город, который... Он мощный шрифт. И мы хотели бы в отеле Бизон Стиль. Его нужно освободить. Ну что ж, после освобождать помощника нашего того дядьки стрёмного. Я уже забыл, как его зовут. Ага, вот мы загрузились, и давайте взглянем, куда ведет. О, Бизон Стив. Ох, чувствую, сейчас мы постреляем. Так, умостимся. Ну и вот, нас уже спалили. Все-таки пришлось попариться. Давайте я выброшу что-нибудь. Все. Нет? Ну ладно, давайте я перемотаю, когда выброшу все. Вот мы вновь можем бегать. Граффити. Довольно-таки стрёмная музыка. Предлагаю взять что-то с побольшим уроном. Вот у нас. Блин, куда же нам идти? Ого, 75-й уровень. А что там? Что надо нести? Thank you.
Значит так, ребята, сейчас мы... Понял. Ах, опять. Давайте я опять что-нибудь выброшу. Все, поехали. Ого, как мы быстро с ним. Прям аж... Ох. Интересно. Ищи нет. I don't suppose you came here to rescue me. Cross my fingers, but my hands are not. Ты должен быть помощник шерифа. Да, это я. Рад встрече. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me. Indeed, I do, sir. Сейчас мы узнаем о нем продолжение. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. Если что, мы его застрелим, как обычно, как было в первой серии. Oh, why, of course. I'd never let you fight my kidnappers with my help. Without it. You lead the way. If we were to miss a convict or two in here, who'd know the difference? Depart, we will. Мне не нравится тут ходить, это стрёмно. Это очень стрёмно, это какая-то такая гнетущая атмосфера. Тут выйти нельзя. А, вон выход. Да ё-моё. Break. Not yet. Как интересно читать добавленные маркеры карты. Итак, разные задания. Сын на защите города. Hello again. А, это просто. You will. That's just marvelous. The sheriff that was incarcerated up, you also may be able to convince that NCR. Ох ты, ё-моё, я как обычно все прослушал. Ну что ж. Ага. А, значит так, мы узнали, нам надо выполнить. Я немножко не догоняю, куда нам идти. Всё. Задание.
давайте пойдем назад туда, короче. Такое ощущение, будто у меня бесконечная фляжка. Сколько бы я ни глотал из нее воды. Давайте я перемотаю время к тому, как мы придем. I'm Sergeant McGee of the new... Sir. Итак, мы пришли. Да. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army 5th Battalion 1st Company. What's your business? We know Prim is a great strategic point, and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the powder gangers. We don't have a gun. What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a ship. If you'd like to see the night at Mojave Outpost. Значит, нам надо, теперь мы узнали, что нам надо с кем-то поговорить, но... Итак, я решил отправиться к нужной нам точке. Руководитель НКР коротким путем. Ну, мы просто лагерь подрывников. Я помните, мы вот рубали их несколько, снесли головы револьвером. Выбросили револьвер. Так, о, что это, бигборд какой-то старый. Вроде бы что-то движется. Там может быть радиация, поэтому мы отойдем. У нас очень мало очков здоровья, поэтому предлагаю подождать. You need to be careful. It's dangerous. Это Виктор. Heck, I can smell trouble a mile away. I like you, friend. Have I mentioned that? I saved your life, so I kind of feel responsible for you is all. Mm. Well, sure you can, friend. But everyone needs a hand from time to time. Мне нравится этот робот. Все время следует за нас. Хороший. I wouldn't put it exactly like that, friend. Till our trails cross again. Ну, крутой робот следит за нами. Такое ощущение, будто он сейчас развернется, будет продолжать следить за нами. Грязный маньяк. Так. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Сейчас я представляю, как вылетит поезд и собьет нас к чертям. Ага. Сейчас мы придумаем. Как это? Как там лечь? Ой, слушайте, я не мог это просто вырезать, потому что это было эпически. Надеюсь.
This is hopeless. Ты умрёшь, как все твои друзья. Говни. И деньги, и всё. Больше мы не будем брать, потому что мы уже научены. Так, значит, сейчас нам необходимо взобраться повыше и опять пройти этот момент. И этот дробовик офигенный. Ох, и нарезку из этого. Так, приготовились, сейчас он выскочит. Так, будем настроены. Опа. Надо было, чтобы процент поднялся. О, да. Не, серьезно, я для вас... Я серьезно говорю, я под конец для вас специально сделаю нарезку из этих суперских. Не, я серьезно не догоняю, как они такого расстояния отпадают. Вон. Мне на 100 патронов будет только один. Извините за мат.
бандарюга. Понял. Да, наконец-то. Итак, они меня забирают. Погиб. А не надо было? Ну ладно. О, давай еще это иди. Итак, мы вернулись. Вот мы пришли в наш маленький скромный городишко. И, пожалуй, будем заканчивать серию на том, как поговорим с этим. Yeah. А, я забыл. If you've got something to say, say it to the lieutenant. Yeah. Night. Sir. Итак, закончу я на том, как сохранюсь. И сейчас вы быстрее всего увидите сборку. Ну, я сейчас специально для вас сделаю сборку. И сейчас вы увидите сборку разброса мозгов в этой серии. Поэтому прощаюсь с вами. Приятного наслаждения мозгами.